здравствуйте, всех приветствую на своем канале. Этот обзор посвящен моему очередному заказу по пятому каталогу Avon. Если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной. У меня было в этот раз три заказа от трех разных клиентов, правда, одна, похоже, отказалась от своего заказа уже после. Конечно, было не очень приятно, потому что делала заказ в основном из-за нее по пятому каталогу, но мы вроде как с Аленкой договорились потом, что она, возможно, у меня выкупит эти духи. Это набор Фэм. Тут у нас парфюмерная вода 50 мл, крем-суфле для тела 150 мл и дезодорант спрей для тела 75 мл. Вот такой коробочки, я даже его не буду распаковывать, он тут в слюде затянутой. Вот такой вот. Так, второй заказ у меня был от моей бывшей начальницы. Это помада. Я в среду ей как раз принесу. Я не буду ее все-таки доставать, потому что все же это заказ. И не помню, кажется, она такая ближе к сиреневому была. И номер тут, в общем, садовая роза F270-08. А, это 27.08.15, это она сделана, извиняюсь. В общем, называлась она садовая роза. Ультра колор. И карандаш пришел немножко с открытой коробочкой. И поэтому был даже практически достать его можно было свободно. Вот такой. Тут растушевочка и вот он. Он для глаз, для век. Она хотела вообще какие-нибудь черные тени, но которые я хотела для нее заказать, именно такого цвета не было в наличии. Поэтому ограничились просто черным карандашом. Вот такой вот. Номер я не помню. Ну, просто черный карандаш с растушевкой на конце. Это был второй заказ. А это еще одной библиотекарше. Она у меня уже брала такой шампунь кому-то в подарок. В этот раз она берет его себе. Шампунь для окрашенных волос, защита цвета. Advanced Technics. 250 мл. Это были заказы. Подарков у меня в этот раз не было. Хотя каталог был такой, что там можно было, допустим, заказать духи. За 19 рублей можно было к нему заказать лосьончик. Или два продукта. Один за 209, кажется, а другой за 19. Вот так я и сделала. Это, во-первых, пенки две. Я подозреваю, что это все-таки пенка. Это серия Планета Спа. Сияние Востока с экстрактом белого чая. Очищающее средство для лица 150 мл. Я заказала две, ну, одну себе, а вторую, возможно, кому-то в подарок это попробовать. Просто, в принципе, вышло довольно бюджетно, как бы сказала Аленка. Все вместе оно вышло у меня без скидки, если представителя, на 230 рублей. Со скидкой около 180, что ли, рублей, как-то так. Сегодня, я думаю, ее попробовать. У меня как раз заканчивается пенка от Green Mama, которая с ромашкой. И я надеюсь, что на этой неделе до уезда своего попытаюсь записать видео о пустых баночках. И еще видео про сумки, которые у меня кто-то просил в подписчиках. Только эти сумки бы еще достать. Так, потом у меня был пробник новых духов, которые по демо-предложению было. Но я решила все-таки взять пробник, не рисковать большими, вдруг не понравится. Так, сейчас я его вскрою, заодно с вами понюхаю. Ну, конечно, вы не понюхаете, это я так уж сказала. Так, что-то у нас было. Mesmerize Black for... Ну, в общем, для нее. Что-то такое в интересном флакончике. Я еще каталог не видела, но если мне понравится аромат, то я, наверное, закажу. Вообще, довольно приятный. Свежий, нежный аромат. Вот что конкретно там, я пока не поняла, но, наверное, такой себе закажу. Сегодня на Маше протестирую, я к ней скоро пойду и, в принципе, узнаю ее мнение. Так, это вот как раз вот тот вариант, когда парфюмированный лосьон за 19 рублей в довесок к туалетке. То, что я давно-давно хотела, и по прошлому заказу у меня был пробник, он мне очень понравился, это Love Haven 50 мл, и я их заказала. Я их хотела заказать еще с самого своего первого заказа, когда стала заниматься Эйвеном. Вот такой флакончик. Ну и моя любимая ваниль, конечно. И вот к ней в довесок 150 мл лосьон, парфюмированный лосьон для тела.
Восхитительный лосьон разглаживает, увлажняет кожу, окутывает нежным цветочным ароматом Ivan Love. Вот такой небольшой заказик. И да, я уже, судя по смс-ке от Avon, кстати, было поздравление от Avon на электронку, в смс-ке, в бумажках там всяких, мне накинули 10 баллов в довесок к моим 23. Ну и оказалось, что я уже наконец-то перешла на уровень эксперта. Могу заказывать по баллам подарки из района, из клуба «Эксперт». Думаю, как раз вот по 6-му каталогу и, наверное, что-нибудь довыберу. Если вам было интересно это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока!